Добрый день, дорогие друзья, зрители моего канала и подписчики. С вами Круш, это прохождение замечательной игры под названием Леос Фортуна. Друзья, да, вы не ослышали сейчас замечательную игру. Мы снова будем проходить вместе с вами, да. И сразу же напомню, что кому понравилось мое видео, кто хочет поддержать мой канал, подписывайтесь на него, друзья, да, поддержите его. И у нас один левелап, давайте вперед, как говорится. И что нам тут скажут? Вроде будет катсцена. Что довольно неплохо. Какой кошмар. Мужик этот страшный. Ну ладно. Посмотрим, что нас дальше ждет. Так. Давай, дружок. Сюда иди. Так. Вот и все. Текс. Отойдем. Отлично. Оп. Монеточку забрали. Давайте-ка тоже вот так вот сделаем. Такс. Отлично, все сделано прям как по учебнику. Я просто боялся, думал, вдруг там этот. А, ну там и вправду колючки. Да блин. Он просто так резко опускается. Хо! Да блин. Такс. Дружище, ты давай не того самого. А может он просто сможет падать? Да, прям на колючке. Нет, ну по идее это хорошая идея. Просто падать. Так. И фьюки он тоже, кстати, зарабатывает сразу же. А, ну все, понятно. В чем смысл-то был? Так, перетекаем. Так, перетекаем, перетекаем. Аккуратно. Нет, 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 тихо, тихо, тихо. Тихо, парень. Фак. Так, ладно, давайте. Попытка. Фиг знает какая-то. Да блин. Ну да, надо этот сначала тормознуться. Так, так, так. Перетекаем. Аккуратно. Аккуратно, без пафоса. Да, ну тут можно падать. Такс. Нет. Да. Ладно, давай уже, умирай, дружище, усатый друг. Так. Отлично, фу. Так, давайте-ка. Нет. Ну, надеюсь нам... А, ну да, все нормально. С хорошего места начали. А может быть не тормозить, кстати? Так, отлично. Нет, блин, ё-моё, как я так могу лохануться? Не, я-то могу. Такс, главное потихоньку.
Такс. А, ну да. Надо тогда скатиться немного и вспомнить, как это делается. Так, давай, дружище. Так, нет. Сейчас, подожди, подожди. Так. Отлично. Так, не вкурил я. Ну ладно. А, вон оно что, Михалыч. Ну что же, давайте тогда сразу, как говорится, за ним. И теперь от него. Ух-ух-ух-ух-ух. Так, отлично, есть. Текс. Текс. Так, давай, нет, давайте мне надо вот так вот, вот так. Фу, я уж подумал, что все, друзья. Так, ну тут можно просто скатиться, как бы. Так, отлично. Так, отлично. Фу. А. Блин. Надо, походу, там этот. Вот так делать. Так. Ху. Пронесло. А! Ну да. После вот этого это называется лох, это судьба. Так. А мы вот сюда вот сможем забраться? Ну да, но нам походу пока сюда-то и не надо. Такс. Давайте так, что тогда пока вниз спустимся. Пока будем... Да блин, ты чё, дружище? Угу. Ну все, теперь мы поняли, куда нам надо. Так, это не страшно. Такс. Отлично. И теперь вот это, наверное, просто скинем. Такс. Потом подберем. Такс, раскачиваем. Блин. Ну, раскачали, это хорошо. Так, отлично, фу. Раскачиваем. Нет. Ладно, давайте вторую попытку. Ну или какая там у нас по счету. Так. Отлично. Сра... Эй, дружище, ты что творишь, бро? Так. Давайте толкаем. Отлично. Это тоже я предлагаю сразу вытолкать. Ой, сколько там мусора уже. Так, и скорее всего рычаг поднялся. Отлично, прошли. 22 погибших. Ну, у нас рекорд пока 25 вроде бы. Так. И 12 уровень у нас будет уже в следующей серии. А я с вами попрощаюсь. С вами, друзья, был Курош. Поддерживайте мой канал, подписывайтесь, ставьте палец вверх, комментируйте. Увидимся уже в следующей серии. До новых встреч. Пока-пока.